Я стою у пастбища в Подмосковье, около усадьбы Мелехова-Чехова. Она тут буквально в 2 километрах. О таком заборе я недавно смотрел на YouTube. В общем, в двух словах помню, что это очень легко такой забор типа сделать, поэтому вот. И очень он был популярен в какие-то очередные тяжелые годы, которые были. Смотрите, вон мужик бежит. Нашел, где бежать. А здесь пастбище. Я уже в прошлом видео показывал. Вот видите, оно такое. Тут большое поле. И вон там овечки пасутся. Очень приятно. Видите? Похоже все-таки действительно, что это овечки. Пошли в машинку. Сейчас еще напоследок хочу вам показать вот замечательные выбоины на одиноком асфальте. Сейчас машина проедет.